Девушка, клоняюсь. Нормально? Давайте. Нормуль? Тебе нравится так, да, ходить? Ту-ту. Кто тут? Привет. Мама. Бобо, да. Пальчик Бобо. Нам сегодня доктор сказал, что все хорошо заживает. Так что все нормально. Продолжать все то же самое, что и делали. Конечно, раздражает то, что надо антибиотики давать, но зато пальчик прошел. Антибиотики потом из организма выведем. Луняш, кто тебе подарил куколку? Давайте. Кто тебе подарил такую красивую куколку? Крестный? У нас сегодня приезжал крестный ненадолго. Съездили, забрали Луняшку, пообещал, что завтра утром еще приедет к нам. Он проездом в Москве. Вот, и мы такие довольные. Я, конечно, расстроилась. Мы хотели в кафешку сходить, посидеть, потрепаться, но не получилось. Но ничего страшного, завтра еще увидимся. Но зато Луняха довольная. Тут родители крестного подарили книжечку, зайку. Бабушка тоже подарила вон книжку Луняше такую, вот такую. Но самая любимая — это кукла от крестного, да, дочь? После садика мультики смотрим. Сидит, ковыряет палец свой. Мама ругает. Да, ругает, что не надо так ковырять пальчик. Доченька, перестань. Дай лучше поцелуй пальчик, все пройдет. Дашь? У нас тут еще такие сказки идут. Дочь, не ковыряй пальчик. Дай поцелуй лучше. Нет. Молодец. А как зубки чистить надо? Вот так вот зубки чистить надо. Молодец. А как обезьянка делает? Покажи. Вот так обезьянка делает. А как делает белочка? А волк? Волк мой самый любимый.